Этот форум проходит уже пятый раз в Киеве. В этом году у нас большой акцент именно на роли влиятельного меньшинства в обществе, в общественных переменах. Мы понимаем, что христиане, они призваны быть солью и светом для народа, для общества. Поэтому мы на этом форуме ищем эти пути, каким образом мы можем или через евангелизацию, через миссионерство, через общественные процессы, через капелланство, университетское служение, молодежное служение, семейное служение, каким образом мы можем привносить евангельские ценности в жизнь Украины, в жизнь Беларуси, в жизнь народа Восточной Европы. Есть ли кто-то из спикеров, кого вы особенно рады видеть в этом году? О, не могу такого сказать. У нас 80 спикеров в этом году, я всех очень рад видеть. Скажите, вы поддерживаете отношения с участниками прошлых форумов? Возможно, какие-то вещи, которые были на одном из форумов сделаны, начались, они уже имеют какой-то свой яркий плод? Да, естественно. У нас, в принципе, форум – это определенная среда людей, которые знают друг друга, которые сотрудничают, потому что форум существует для того, чтобы дать платформу, для того, чтобы евангельские служители, христианские лидеры, они могли созидать мосты, они могли развивать свои взаимоотношения и созидать Божьи проекты. Скажите, какой-то слоган есть форума в этом году? Это яркое послание. Слоган – это открыть потенциал церкви для общества, открыть потенциал церкви для наших народов. Мы верим в то, что Бог заложил в нас через Святого Духа, через Слово истины, в которое мы верим, заложил в нас огромный потенциал. На самом деле в Библии есть ответ на все вопросы, с которой мучаются люди вокруг нас, на все вопросы, которые ищет общество в Украине, в Беларуси. Эти ответы есть в Библии. Мы читаем Библию, значит, потенциально они есть в нас. Но только нам нужно открыть этот потенциал, нужно открыть вот эту солонку, в которой соль есть, чтобы соль не была только в солонке, но чтобы соль высвободилась и могла солить жизнь нашего общества. То есть вы предлагаете выйти из церкви и идти в общество? Я предлагаю собраться в церквях, крепко стоять на церковной территории, где мы молимся, где мы поддерживаем друг друга, где мы наполняемся Словом Божьим и Духом Святым. Будучи в этой, как сказать, это должен быть наш плацдарм, но мы должны идти и совершать нашу миссию везде, во всех сферах жизни общества, там, где есть люди. Планируете ли форум проводить ежегодно в течение 20 лет, 30? Каким видите ли вы там через 10 лет? Я думаю, что мы будем проводить форум, если это есть на это воля Божия, до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо большое.